Всем привет! В этом видео я вам покажу, какие службы можно отключить в Windows 10 для более быстрой работы вашей операционной системы. Итак, нажимаем сочетание клавиш WinR на клавиатуре и вводим msconfig по-английски. Выполнить службы. И вот можете посмотреть, какие службы отключены у меня. Я их пролистаю. Также вы можете их отключить. На работу системы это никак не влияет. Также смотрите, какие службы нужны вам. Вот, допустим, система приложений Com Plus мне не нужна. Главное, не спешите в этом деле. Потому что можно отключить системные службы, и компьютер будет работать нестабильно. Самую главную службу нужно отключить, это защитник Windows. Он пожирает ресурсы компьютера, вот он, Brandalmer, защитника Windows, его 100% нужно отключать. Пожирает ресурсы, и компьютер работает медленнее, жрет вашу оперативную память и ЦП. Советую вам, кстати, антивирус Panda Free. Систему практически не нагружает, с вирусами справляется. Он бесплатный, работает хорошо. Служб довольно-таки много. Много служб вообще лишних, которые не нужны в этой операционной системе. Еще почему она стала бесплатной? Бесплатная версия Windows потому, что мы разрешаем за собой следить корпорации Microsoft. Когда вы устанавливаете или обновляете Windows 10, вам черным по белому написано, Windows имеет право собирать информацию и так далее. Отключаем обязательно Windows Search. Это приложение, которое ищет файлы, но оно, получается, диск весь полностью прорабатывает. Это очень нагружает систему. Xbox Game Monitoring я не отключил. Отключаем. Ну вот, в принципе, все. Отключайте службы, которые вам не нужны, вы не пользуетесь. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если нужно снять еще какое-то видео, пишите в комментариях, обязательно сниму. Всем пока.